Налоговый вычет тоже, это было бы неплохо, конечно, потому что гарантия тоже должна быть какая-то. Это все-таки животные, как мы помогаем животным, да, и я считаю, что это было бы, ну, правильно. Как вы думаете, поможет ли это россиян приучить к регистрации животных? К примеру, если это все-таки произойдет, да, мне кажется, люди как-то будут более ответственны. Не будет это ничего, это не. Это специально придумали, чтобы люди регистрировали животных, чтобы не было как бы дворняжек. Да они все равно будут, конечно. Конечно, классно, да. У нас же собаки не, ну, вообще не застрахованы нигде. Все на хозяев ложится. Было бы очень здорово. Но насчет экономии не знаю. По-моему, ну, не совсем будет существенная экономия бюджетов. Наверное, зависит. Я, да. Почему бы и нет? Животные тоже член семьи все-таки является, по-моему. А у меня кошка дома живет. А вот вы готовы были бы ее зарегистрировать? Ну да, почему нет? Потом в случае пропажи ее будет проще найти. Мы за, потому что очень часто обращаемся и очень большие деньги уходят. У нас кролик и две крысы. У них постоянно у крысы респираторные заболевания, а у кролика с пищеварением проблемы. То есть у кролика мы отдали 20 тысяч рублей, а крысам периодически вот по 5 тысяч. То у них опухоль тоже делали операцию. И, в общем, встревают в очень большие суммы. Но кошки, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, не болеют. У вас какое животное? Просто скажите. Чихуахуа. Часто к ветеринарам обращаетесь? Ну, собака болезненная, да. То есть удар по бюджету чувствуется? Да. Thank you.